Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вероника, и я очень люблю живопись. Это одно из моих самых любимых занятий. И также я очень увлекаюсь в последнее время раскрытием женственности и истинной женской сути и красоты. И я хочу вам представить свою картину «Женщина в потоках Вселенной». То есть это женщина, которая доверилась потоку силы, потоку Вселенной. Она, смотрите, она чувствует жизнь, чувствует себя. Это немножко мой автопортрет при определенном ракурсе и выражении лица. Это женщина, есть я. И я хотела в этой женщине также отразить свою суть. Как бы фон такой у меня немножко абстрактный, из разных цветов, как бы разные качества энергии, из которых соткана наша Вселенная, наш мир. То есть здесь более темное, здесь более светлое, и все эти энергии объединяются в единое целое. И женщина на этой картине, она как бы чувствует этот поток, она с ним сливается с этой силой и как бы проводит ее через себя. Я хотела как бы изобразить вот этот именно момент наслаждения моментом, да, и как бы пребывание в этом бытии, то есть не прошлым она не озадачена, не будущим. Она сейчас здесь и сейчас. Она полностью сливается с силой Вселенной и со своей истинной женской сутью и природой. И в этом она прекрасна и проводит как бы эту силу, эти энергии через себя. А я использовала разные цвета в своей картине. Так как наша Вселенная состоит из разных цветов, разных энергий. Но моя задача была сделать картину живой, чтобы эта женщина, она как бы что-то нам говорила, да, какой-то несла посыл, что это не просто красивое лицо, это эмоция, даже глубже, чем эмоция, это энергия. И я надеюсь, у меня получилось именно передать вот это проживание и как бы жизнь через картину. Мне самой она очень нравится. Моя картина стоит на видном месте. Я ей наслаждаюсь. Она как будто дает мне силы вот именно вот этой женской сути, естества и красоты. Да, естественно, сексуальность здесь тоже проявлена, она выражена, тут это трудно не заметить прямо на ее лице, да, на приоткрытых губах, закрытых глазах. То есть здесь есть доверие себе, миру, своей женской сути и полное погружение пребывания в потоке. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. Я надеюсь, вам понравилась моя работа и вам было интересно. Благодарю. До свидания.